Какие мероприятия запланированы на новогодние праздники и как интересно можно провести время в библиотеках Самары, поговорим в программе «Город С» 2 января в 18.25. С гостями в студии Елена Горбунова, заведующая филиалом библиотеки номер 5, Татьяна Лупинос, заведующая филиалом библиотеки номер 9, Нина Нестерова, заведующая модельной библиотекой имени Крупской, и Мария Чиндина, заведующая модельной библиотекой номер 8.